आची नोति जो स्वास्थ्यार्थम, आची नोति जो स्वास्थ्यार्थम आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता। आची नोति जो स्वास्थ्यार्थम स्वयं आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता। Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что нет ничего в этом, в этих 14 мирах, ради чего вайшнав может чувствовать какое-то притяжение, какое-то привлечение. Шрила Прабхупад сказал, что нет ничего в этих 14 материальных мирах, нет ничего, к чему бы мог привлечься чистый вайшнав. Вайшнав, он находится за пределами влияния этого материального мира, за пределами майи. Утром я говорил об этом, что Харидас Такур и Санатан Госвами Пад в Пурушоттам Кшетре в Нилачале они обсуждали. И там мы слышали, утром слышали, что Санатан Госвами говорил: «Ачар коре, кихо на коре пучар». Почар коре, кихо на коре ачар. Почар, ачар, почар намир короху дуи карджо. Туми сарва гуру, туми жаготер арджо. Is in a meaning. И внутреннее значение actually, этих слов каково? Из Вайпураны я произнес сначала шлоку, которая имеет связь с сегодняшней темой. Санатан Госвами was speaking. И вот Санатан Госвами говорит, что кто-то может проповедовать, но то, что они говорят, они не могут следовать этому в своей жизни. Вы должны действовать согласно тому, что говорите, то есть своим собственным примером показывать, и поэтому в шастрах говорится, что те, кто следует, или те, кто не следует Писаниям, те, кто не ведут свою жизнь согласно наставлениям Писаний, и жизнь бесполезна. И Шрила Прабхупад говорит на бенгале. Ачар-бихин прачар-кармер антаргато in Bengali. И что это значит? Прачар, you are doing. Прачар, если мы проповедуем. But you are not doing ачар. Но мы не следуем ачарону. It is a part of karma. Это получается карма, а не бхакти. Karma means material. Карма – это нечто материальное. It is not bhakti. Это не бхакти. Prabhupada speaking. Шрила Прабхупад говорит, например, кто-то проповедует. Okay. Хорошо. But he is not going to follow what he is speaking. Не следует тому, что он говорит. Шрила Прабхупад говорит, что прачар, проповедь, без практики, без ачара, это просто зовется карма, это не бхакти. Это очень опасно. Это просто карма, а не бхакти. И вот суть в том, что значит проповедь. Если кто-то спрашивает меня, чтобы я в двух словах сказал, что такое проповедь, то я скажу. Утром я уже сказал то, что говорил Шрила Прабхупад. Для настоящей проповеди, читания Вани, я могу снизойти на любой уровень. Обычные люди не могут понять, какая огромная любовь находится внутри Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорит таким образом, но какая любовь внутри него, никто не может понять, как и когда,
И поскольку если бы не было любви внутри него, он не смог бы произнести эти слова. И вот для того, чтобы для настоящей проповеди Шри Чайтанья Вани я могу опуститься на любой уровень. И это значит, что внешне можно найти так много людей, даже некоторые ученики Шрилы Прабхупады, они критиковали его, что он делал что-то странное. They cannot understand yukta vairagya. Они не могли понять, что такое юкта вайрагья. Они не могли понять ачинте веда веда татву. Может, они могли что-то говорить, но сердцем понять. Если вы своим сердцем осознаете ачинте веда веда татву, то тогда и только тогда я могу сказать, что вы получили полную милость Шри Чайтанья Махапрабху, иначе нет. Если вы можете понять, что зовется Ачинтья Веда Веда Татва и Юкта Вайрагья, это очень хорошо. И во всей Вселенной, если вы хотите найти идеальный пример проповеди, то во всем мире, что говорить о 14 мирах, может, какие-то полубоги могут проповедовать, кто знает. И вот в этих 14 мирах нельзя найти, мы не можем найти ни единой личности, кто был бы равен Шриле Прабхупаде. Во всех 14 мирах нет никого равного Шриле Прабхупаде. Я говорил, что много в Вриндаване, в прочих местах, что много ачарьи было в этом мире, Нимбарка, Рамануджа, Нимбадитья. Они все возвышенные личности, они все представители Бхагавана Шри Кришны. Они все проповедуют согласно своему собственному уровню, понимаете? И вот они проповедуют согласно своему собственному уровню, то есть то они проповедуют так, как велел им Кришна, то есть они могут проповедовать до определенного уровня, а выше они не могут, поскольку вся сила снисходит сверху. Вся сила снисходит с Кришны сверху. И сочетание Чайтамриты очень ясно и четко сказано, что без Кришна Шакти невозможно распространять бхакти. Это очень важные слова. Кришна Шакти Бинанахи Правартан. Если вы хотите установить бхакти внутри сердца обусловленной души, это очень опасно, практически невозможно. Только если вы обрели полную Кришна-шакти, то тогда у вас будет сила вложить это бхакти в сердце других. И когда Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии, то один преданный, кто хотел отправиться с Курма-Випра, и Кушти-Випра, который заболел проказой, они хотели следовать за Махапрабху, но Махапрабху сказал: «Нет, вы должны вернуться, нет, мы хотим идти с тобой, нет, возвращайтесь, идите назад и проповедуйте». Он дал такое указание, Махапрабху дал такой приказ: идите и проповедуйте. Это значит, Шри Чайтанья Махапрабху вложил в них силу. Шри Чайтанья Махапрабху, он вложил эту силу. И они пошли и начали воспевать святые имена. И люди, они привлеклись воспеванием этих святых имен, поскольку Махапрабху дал им эту силу. Это прекрасный пример. И сейчас вот Рамануджа-ачарья, Мадва-ачарья, они все проповедовали согласно своему собственному уровню. И Санатан Госвами, Рупа Госвами, Джива Госвами, Падрагунат, они проповедовали
тоже проповедовали, но не так. Что значит проповедь? Я хочу объяснить, что такое настоящая проповедь. Но никого, кто был бы подобен Шриле Прабхупаде, нет, не было никого. Его проповедь, она уникальна. Много раз я говорил уже, что так или иначе, если Радхарани сможет явиться перед нами и давать нам какие-то наставления, советы о служении Кришне, это не отлично от того, что говорит Шрила Прабхупад. Я гарантирую это. Только от Радхарани мы можем получить такие наставления, которые мы получаем от Шрилы Прабхупады или от самого Шичитани Махапрабху. Мы не можем даже ожидать, чтобы проповедь была такой. Великие личности, они являлись в этом мире, но проповедь Шрилы Прабхупады, она уникальна. И вот суть в том, что кто-то может спросить меня, что значит проповедь. Проповедь значит утвердить вас в Кришна Бхакти. Если вы утвердились в Сиддханте, в примере, который привел нам Шри Чайтанья Махапрабху, тогда ваша проповедь, она совершенно. Мой Гурудев говорил, что, о, мой сын, тебе не нужно ездить там и там. Сами люди преданные, они сами приедут к тебе, подобно тому, как пчелы, они не, точнее, цветы, они не приглашают пчел. Пчелы, они привлекаются их ароматами, и они автоматически привлекаются, эти пчелы, ароматом цветов. Они летают вокруг этих цветов, собирают нектар, мед, пыльцу. И вот так сказал мне мой Гурудев. И Шрила Прабхупад говорил, спрашивал, что значит проповедь. Проповедь значит, вы должны вначале всего должны знать Сидданту, вести себя должным образом. И автоматически вы будете проповедовать Санатан Госвами, куда он ездил, Рупа Госвами или Джива Госвами, куда они ездили. Харидас такого, куда? И почему Шрила Санатан Госвами подговорит? Харидас такого, что лучи из Ачарьи, а почему? Харидас Тагур никуда не ездил, никуда не ходил. Он просто повторял Харинам, поскольку Ачарон — наше поведение. Это лучшая проповедь. Шрила Прабхупад говорит, если кто-то, кто полностью следует Шри Чайтанья Махапрабху, если такая личность, она просто присутствует где-то, даже ничего не говорит, то люди, они меняются. Он так влияет на людей. В Гаудии говорится, что если кто-то утвердился в Ачароне, даже если какой-то сахаджи посмотрит на них, он испугается. И даже если они не будут ничего не говорить, просто своим примером, своим Ачароном, который очень могуществен, он может влиять на других. Ему даже не нужно ничего говорить. Ачарон настолько могуществен. И с помощью Ачарона можно влиять на тысячи и тысячи людей. И утром я также говорил об этом. Какие признаки эффективного Ачарьи? Какие же признаки эффективного Ачарьи? Protection Siddhanta okay? Protection Siddhanta okay? At the same time,
И вот он успешный ачарья, он может вложить свое чувство в ваше сердце, садгуру, он очень могущественен. Если мы по-настоящему искренне, мы подойдем к Гурудеву, то Гурудев, он в своем сердце увидит наше сердце, если мы достаточно искренне, он может вложить свое чувство в нас. Почему? Ишвар Пурипат, он получил все сокровище, всю милость от Мадхавенды Пури. Хотя Рамачанда Пури, он ничего не получил, даже капли. Гурудев его просто выгнал. Он сказал, что не хочу видеть твое лицо. Если я увижу твое лицо, то это очень плохо для меня. Иди отсюда. Гуру Таттва, она очень тяжела, очень сложна. Гуру Таттва, она очень серьезна. Если вы можете осознать ее, то тогда вы можете соблюдать день явления или ухода вайшнавов, иначе это бесполезно. Вы можете слушать какую-то сухую философию, на этом все. А если вы осознаете своим сердцем Гуру Таттву, то только тогда по-настоящему вы можете соблюдать дни явления у ухода вайшнава. Шрила Прабхупад говорит, если вы участвуете в празднике отмечания дня явления или ухода, это не какие-то обычные дни, это трансцендентная апракрита. Но если вы так участвуете в дне явления или ухода каких-то вайшнавов, то вначале первое, что нужно осознать, абав значит это чувство неудовлетворения. Шрила Прабхупад говорит, если у вас есть такое чувство неудовлетворенности, вы не можете участвовать в какой-то такой церемонии тирабав или авербав. Абав значит неудовлетворенность. Если у вас есть такая неудовлетворенность, то вы не можете получить благо. Вы можете, конечно, какое-то сукрити получить. Можете предложить какие-то гирлянды там вайшнаву, принять просад в его честь, поклониться, даже просто кланяться, приносить дандаваты, это тоже нужно знать как, поскольку вы должны знать, как нужно кланяться должным образом, речью, сердцем и умом, речью и телом. Вы должны одновременно это совершать, иначе дандавату не принесет своих плодов. Я видел много глупых людей, ходили как кланяться вайшнавам с левой стороны. Они не знают, как кланяться вайшнавам, никогда не слышали. Хотя это уже описывается, и Бхарати Махарадж много раз говорил. И вот Бхарати Махарадж часто произносил эту шлоку, здесь говорится, как нужно кланяться, когда мы кланяемся Вишну Татве или Кришна Татве, слева они должны находиться от нас. А когда вы кланяетесь Шиве или Гоуре, с другой стороны, справа. Но если вы хотите поклониться вайшнавам или гуру, вайшнавы, это может сказать, они едины. Вайшнав есть гуру, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Кто вайшнав, он есть гуру, а кто настоящий гуру, он есть настоящий вайшнав, он садду. Вайшнав, который не гуру, это не может быть. Такого. То есть как это возможно, что был вайшнав и не гуру? Может, он не дает посвящение, но все же он гуру.
Харидас Такур не дает посвящения, но инициации, но Санатан Госвами говорит о нем как о лучшем из ачарий, поскольку он живет идеальной жизнью. И вот для Гуру Вайшнавам вы должны кланяться прямо, не справа, не слева, а прямо. И вот суть в том, что те, у кого есть ачаран, те великие вайшнавы, такие как Шрила Прабхупад, Шрила Кешава Госвами Махарадж, у них есть сила, они могут вложить свое чувство, своего сердца, ваше сердце, если вы искренне. Если вы искренне, то значит, если вы преданы, если у вас есть чувство преданности к этому конкретному гуру или вайшнаву, все зависит от вас. Успех в баджане зависит от степени вашей преданности. И вот согласно степени вашего самопредания, то вы обретете милость от Гурудева. Перед Гурудевом тысячи людей могут прийти, может, они тоже получили посвящение или еще что-то. Но очень мало преданных могут получить настоящую милость. Очень мало. Не все. Для Гурудев он не ответственен за это. Гурудев он беспристрастен. И согласно степени вашего самопредания, вы обретете милость Крипу от Гурудева. И ученик, который полностью предан лотосным стопам Гурудева, который отдал все Гурудеву, все ум, все себя отдал Гурудеву, то будьте уверены, что такой ученик, он получит полную милость Гурудева, как Ишвар Пурипад, он получил полную милость Мадхавенды Пури. Хотя различные другие преданные, Брамананда Бхарати и прочие, Парамананда Пури, они все спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, они все ученики Мадхавенды Пури. Но лучший из его учеников – это Ишвара Пурипад. И поэтому Шри Чайтаньи Махапрабху принял его как своего гуру. Кришна Ванде Джагат Гуру. Кришна, вот сам Кришна Гуру, он сам Кришна Гуру, и в Писании говорится. Ачютананда, он разгневался на отца, а Адвайта Госвами. If you speak this way, what people can, common people, where can go? Then after they were taking him in lap and kissing him. My father, you are speaking right. Somebody, simply, somebody asking, и вот даже спросили, можете спросить, кто, сказать, кто гуру Шри Чайтаньи Махапрабху. Он сказал Ишвар Пурипад. Этот маленький мальчик, который там играл где-то, он услышал и пришел и сказал: «О, отец, почему ты говоришь так, кто гуру Шри Чайтаньи Махапрабху?» И он взял этого ребенка, поцеловал его и сказал: «Ты прав». Но что говорить, что делать? То есть я должен сказать, у кого он получил посвящение, поскольку люди спрашивают, хотя Кришна, он сам гуру всех. Если вы сможете утвердиться в Чайтанье Ване, в Сиддханте Шачитани Махапрабху, вы лучше, станете лучшими из проповедников. И поэтому Харидас Такур говорит, Санатан Госвами, точнее, говорит Харидас Такуру, что он лучший из проповедников.
И вот суть в том, как когда и как Гурудев может вложить свое сердце, чувство своего сердца в нас. Когда это произойдет? Когда Гурудев найдет, обнаружит, что ученик, почему я говорю это перед тем, как говорить о славе Бхарати Махараджа, поскольку это все научно связано. Если я не обсужу это, вы не поймете величие и уникальность Бхарати Госвами Махараджа. Шрила Чайтанья Махапрабху говорит о Санатане Госвами. Утром я говорил, что нет никого равного Санатане в этих трех мирах. Виге, значит, его сердце полное бхакти. Виге, так значит, что он может видеть прошлое, настоящее, будущее. Он может осознать, что делать, что не делать. Он очень разумен. Подобно тому, что как Бишма, когда Парашурама оскорбляет его, что ты должен. Gurudev, we all are speaking. You know I am brahmachari from childhood. From boyhood I am brahmachari, took resolution. And you are speaking, you are to buy a marriage. То есть, когда ему сказали жениться, он сказал, что я брахмачарию принял, как я могу? Это невозможно. That's why. И поэтому. Pitama Vishwa, Dadas Mahajan, one Mahajan, now from 12 Mahajans. Бишма, он один из 12 Махаджан. Он знает, что делать, что не делать. Он. То есть, если его Гурудев, он не знал, что нужно делать, что не нужно, он оставил так своего такого гуру. И в Гите Бхагаван Шри Кришна говорит. Арджун спрашивал, что делать. И Кришна говорит очень просто. Что делать, а что не делать. Писание, суждение Писания есть, но ты сам не можешь принять решение. Ты должен приблизиться к самосознавшей себя душе, к Вайшнаву. И такой Вайшнав даст тебе руководство. Очень важные вещи. Вот в этой шлоке говорится, то есть Арджуну сказали, что можно следовать Писаниям и согласно наставлениям Гуру Вайшнавов. И так много людей приходили к Бхарати Махараджу. Даже мой Гурудев, он дал такое наставление. Если я оставлю этот мир, если у вас какие-то проблемы возникают, можете спрашивать у Бхактивиган Бхарати Махараджа. У него было много общения с великими личностями. Он может вести вас, он может дать вам правильный ответ. Может, вы знаете Сиддханту, но все же можете спросить и получить подтверждение от него. И мой Гурудев говорил мне так. Парашурам говорил, все неправильно. То, что не следовало бы говорить, но все же, что делать? Бишма говорит, сказал эти слова. Если гуру не следует писаниям должным образом, а мечется туда-сюда, то такой гуру бесполезен. Нет толку от такого гуру. Гуру значит, что значит гуру? Гуру значит тот, кто может вести нас. Гуру — это очень такая великая личность. А сейчас такая ситуация, что люди принимают гуру ради каких-то материальных благ. Но Санатан Госвами никогда не говорит этого. Я могу вам показать вам несколько примеров из писания Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Они приводят такие примеры.
Бхактивинода Тхакур 150 лет назад он написал одну статью и плакал. Он в ней говорил, что сейчас, ну, сейчас имеется в виду те 150 лет назад, а сейчас что еще хуже все. Если сейчас те духовные лидеры, они не следует этому, не внимательнее насчет этого, то все кончится. Шрила Бхактивинода Тхакур написал это, что они должны быть очень внимательны, очень осторожны относительно того, кому давать посвящение, кому не давать, кому давать саньяс, кому нет. То есть, если так всем подряд давать посвящение, ничего хорошего из этого не получится. А сейчас такая ситуация. Но во времена Шрилы Прабхупады, только примерно через 15-20 лет Шрила Прабхупада думал, что вы все советуете, что я должен дать саньяс ему, но давайте я посмотрю, еще подождем. 20 лет прошло. То есть люди преданные не носили белую одежду по 15 лет, а то и больше. Шрила Прабхупада еще думал, нужно ли дать им шафран или нет. Шрила Прабхупада смотрел на них и ждал. Садгуру, он может видеть все. Вы можете находиться за тысячи километров от Садгуру, но он все равно будет видеть ваше сердце, поверьте мне, они очень могущественны. Садгуру, он очень могущественный. Шрила Прабхупада, он видел сердце каждого. Что есть, что и кто есть кто. Шрила Прабхупада все видел, и Прабхупада, он сам решал, согласно тому вичару. Шрила Прабхупада никогда, никто не мог влиять на Шрилу Прабхупаду. Это один из признаков садгуру. Садгуру, никто, он не идет ни на чем поводу. То есть Шрила Прабхупада никогда не следовал ничьим указаниям. То есть если кто-то что-то предлагал ему, чтобы он поменял свое убеждение, Шрила Прабхупада никогда не менял свои убеждения. Мы никогда не видели этого. Никто не мог повлиять на Шрилу Прабхупаду. Он был уникален. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Мы очень удачливы, что мы находимся в его наставнической преемственности, и в то же самое время мы неудачливы, поскольку мы не можем осознать и принять величие всего этого. То есть, если мы собирались стать... То есть, если нас благословляют, у нас еще должна быть способность принять это благословение. И суть в том, что один из признаков садгуру, что он может вложить чувство севы, чувство своего сердца в вас. Если вы посмотрите на Гурудева, на всю его жизнь, например, вы, может, видели, и тогда он может, этот гуру, он может, то есть если вы увидите такое же чувство, такое же настроение, как у Гурудева, то можно сказать, что вот этот ученик, он есть настоящий ученик своего Гурудева. И в этой шлоке говорится про снигда шишья. Снигда, тяжело сказать на английском, как это. В общем, снигда один из таких сад, такой сад ученик, настоящий ученик, это тяжело выразить другими словами. И вот в этой шлоке говорится, что любые самые сокровенные вещи Бхагавата, Бхаджана, Гурудев, он не может скрыть от своего такого настоящего ученика снигда шишья. Снигда значит тот, кто полностью следует всем наставлениям Гурудева, то, что говорит народам такого, то же самое. Применимо здесь, в этих строках.
Шрила Прабхупад дает такое объяснение этой шлоки. Слушайте внимательно, Шрила Прабхупад говорит, кто Снигда Шишья? Шрила Прабхупад говорит, если вы можете найти полностью всю сиддханту ачаран вичар гурудева, они явились в сердце ученика, то будьте уверены, что он есть Снигда Шишья. Может, весь мир не может, не будет почитать его, принимать, но все же. Кто знает, что Кришна сделал для нас? Кришна, он очень умен. Кришна, он настолько умен. Кришна, он очень умен, очень. Он может вас как отправить в правильное место, так и одурачить. И так можно видеть, что и вот Кришна, он очень умен, он еще он часто занимает майю, чтобы она обманула нас, чтобы мы не могли знать, что есть что. Но по милости Садгуру можем стать успешными, никто не сможет остановить нас, даже полубоги, они будут сражаться с нами, нет, давайте идите вниз. Кришна говорит Удаве, о Удав, когда дживатма, она принимает решение принять саньяс и приближается к Садгуру, то все полубоги, они очень гневаются. Они, и Кришна говорит это Удаве, и все полубоги, они делают все, чтобы этот такой новоиспеченный саньяси пал. И тысячи примеров в этом материальном мире сейчас также происходит. Кришна может отправить какую-то майю на вашем пути. И Кришна говорит Удаве, что те, кто приняли решение принять саньяс, то все полубоги, они ополчаются против них. Поскольку саньяса значит служить Кришне всем своим сердцем. И Чайтанья Махапрабху говорит про настоящее значение саньясы. Когда Махапрабху принял саньяс, то он сказал, вы должны изучать бенгали, я чувствую неудобно себя, я не могу дать вам полный вкус. Это невозможно. Я пытаюсь, но это тяжело. И Чайтанья Махапрабху, когда он принял саньяс, он сказал то же самое. И вот Махапрабху сказал, если вы хотите пересечь эту самсару, материальный океан, то вы должны развить вашу привязанность к Кришне, к Вишну Татве. Если вы любите Мукунду, Мукунда значит Кришна. Если вы совершаете служение Мукунде, вы можете пересечь этот материальный мир очень, очень просто. Это очень простая процедура, но никто не может пересечь этот материальный мир. А почему? Поскольку они приняли саньяс не для того, чтобы служить Господу или Шри Кришна Чайтанья. Они не для этого приняли саньяс. Падма говорит, о Баба, они приняли саньяс от меня не для того, чтобы... Но они не любят меня, они пришли просто получает саньясу, чтобы получить какое-то уважение и почтение в обществе. Мне Гурудев часто говорил такое. Ты что думаешь, они пришли ко мне, чтобы принять саньяс и служить Кришне? Нет. Их цель полностью отлична. Если вы привязаны к уважению, почтению, богатству, имеется в виду к тем деньгам, которые не используются для Кришна Севы, Юкта Вайраги, нужно помнить, то тогда вы не сможете стать успешным. Если вы гриаста, тоже хорошо.
Если вы хотите пересечь этот материальный океан, вы можете, если вы домохозяин, то тоже, почему нет? Греха, у греха, даже у домохозяев, больше преимуществ в баджане. И в пятой части Бхагаватам я говорил, где была тема по приеврату. Вы можете получить больше блага, поскольку это семья, там, где находится семья, если она благоприятна для преданности, она подобна форту, подобна крепости, из которой можно сражаться с врагами. Это будет делать проще. Если вы были в каких-то фортах, таких крепостях, даже во Вриндаване, там в Камьяване есть какой-то форт. Бхаратпур Раджа. Я был там много раз. И когда я обхожу в Раджа-мандалу и там мимо прохожу, they can get this from Durga. Durga means fort. If the fighter is there in fort, because you have to fight with Mahadev. Чем мы должны заниматься? Что значит баджан? Баджан значит, мы должны избавиться от влияния майя и утвердиться в своей сварупе, понимаете? И чтобы утвердиться в сварупе, избавиться от влияния майя, это естественно. И вот одна горная река, которая снисходит с Гималая, она течет. Right? Hilly place. Hilly river. But you like to swim? Но вы хотите, если вы хотите течь против течения, как это возможно? Это практически невозможно, и также для обусловленных душ такое же состояние. Они хотят пересечь как океан против течения майя. Это очень сильное течение. Везде. И сейчас представьте, какую силу имеет Гуру Вайшнава, насколько могущественны они, никто не может влиять на них, никакая майя, ничто иное. Я начал с этой шлоки, что ничто в этом материальном мире, к чему чистые Вайшнавы могут привлечься, нет ничего такого. Они могут принять только то, что благоприятно для служения Кришне. И вот листящий, я также много раз говорил, что листец никогда не сможет стать проповедником, настоящим проповедником. Если люди листят вам, чтобы получить какие-то вещи, то это все бесполезно. Гуру Вайшнава никогда этим не занимается. И вот сейчас я хочу вернуться к тому, настолько уникален Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж. Махапрабху говорит Санатан. Нет никого, кто бы был равен Санатан во всех 14 мирах. Я, сидя в Ясасане, могу сказать, что никого, кто бы мог сравниться с Бхарати Махараджем, он был уникален. Он мог видеть прошлое, настоящее и будущее. Я даже когда составил много книг, я Бхарати Махарадж меня очень любил, я не могу отплатить ему. Он очень уважал меня, и все, что я писал, любые издания, я сначала проверял, приносил к нему на проверку, и Бхарати Махарадж всегда это одобрял, не менял ни слова там. Я после этого публиковал это. Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, он такая личность, что нет никого подобного ему. Можно поискать во всем, в нашем вайшнавском обществе, что если бы что-то, какая-то проблема случалась, то все шли к Бхарати Махараджу, рассказывали, что делать.
что не делать, и Бхарати Махарадж давал совет. Он давал советы, как решить эту проблему. И я могу привести пример. Это не какая-то ложная философия. В моей жизни, когда я составил все статьи моего Гурудева, еще много названий было у статей, я хотел категоризировать. Значит, Самбандхи, Абхида и Прайоджана, все по этим темам. Разделить статьи, каталогизировать. И вот я шел к Бхарати Махараджу и спрашивал, вот, я если сомневался, что какая-то статья к Самбандхи, к Абхиде или к Прайоджане относится. И в то время было гораздо проще у Бхарати Махараджа. Не было севаков, можно было пойти несколько часов с ним говорить, а сейчас севаки только выгоняют людей. То есть просто мог 5 минут позволить и все. И вот я спрашивал Бхарати Махараджа, что я вот разделил вот так и так, то а вот эти несколько статей, я не знаю, к какой теме отнести, к Самбандхи или к Абхиде или к Прайоджане. И Бхарати Махарадж смотрел, читал и говорил, это Прайоджана Татва. Да. И я принимал все, что он говорил. И я таким образом я составил книгу «Бхакти Прамод Вани Вайбав». Если я писал какие-то протестные письма, то прежде чем опубликовать, я Бхарати Махарадж все это изучал, одобрял и ни одного. Он проверял все, что я писал, и даже ни разу не исправлял. Мой Гурудев говорил, даже сегодня во Вриндаване, везде, Бхарати Махарадж, он был сокровище нашего вайшнавского общества, и мы потеряли его. Значит, мы потеряли все. В Шри Чайтанья Гауди Матхе, Шрила Бхакти Виган, Бхарати Махарадж и Бхакти Валлабх Тирта Госвами Махарадж, они уникальны, два бриллианта. Два таких уникальных вайшнавов. Тысячи людей приходили, чтобы получить даршан их лотосных стоп. Почему? Бхарати Махарадж, он был великая личность. Любой, кто приходил к Бхарати Махараджу, они чувствовали какое-то удовлетворение. И как-то их проблемы сами по себе решались. Я могу привести несколько примеров, чтобы вы поняли. В Пури, то место явления Шрилы Прабхупады, оно было спасено Мадхав Госвами Махараджа, но никто не знает, чья энергия была вложена в это, никто не знает. Бхакти Виган Бхарати Махарадж был там. Сагар Махарадж. Он ученик Парвад Госвами Махараджа. Он в Нилгири жил, в Удале. Они дали всю свою энергию, вложили на спасение этого места явления Шрилы Прабхупады. И Бхарати Махарадж никогда не беспокоился насчет этого. Его великолепие в том, что если кто-то приносил беспокоил его или какие-то проблемы привносил или как-то еще что-то делал, Бхарати Махарадж это не беспокоило. В Пури около 10-15 лет назад там два входа. Один справа, другой слева, через который обычно все заходят. А вот с левой стороны там одни хулиганы были. У них был бизнес по починке этих мотоциклов, они там весь вход в матку заняли. Могли даже там расстрелять кого-то, кто там не слушал их. И Бхарати Махарадж сказал, он дал совет какой-то, как их там захватить назад нашу территорию.
Тот, кто получил милость, всю милость Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа. Если я словами хочу, то Шрила Мадхава Госвами Махарадж говорил, у меня только два ученика было в... всей моей жизни, как Санта Госвами Махарадж, он говорил, что у него есть один ученик, и тот Махарадж ушел. И что это значит? Люди могут спорить с нами. И какое же настроение Садхгуру, что он хоть хотел сказать нам? Вы должны осознать это. Если вы хотите узнать, получить образование в том, что, как удовлетворить Гурудева, вы должны следовать Бхарати Госвами Махараджу, как настолько прекрасно он следовал своему Гурудеву. Он был уникальной личностью. Много раз я был с ним на его проповеди, он говорил, что вот сейчас Шрила будет говорить. Я, мне было стыдно, поскольку он старше, я очень маленький. Но Бхартимай все равно говорил мне, что я должен говорить Харикатху. Он меня очень любил, и я не могу отплатить ему. Но все же он смотрит сверху на меня. И на самом деле Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж говорил, Нароттама Брахмачари, это он идеальный брахмачари, лично Мадхава Госвами Махарадж много раз, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж много раз говорил такие слова, что Нароттам он идеальный брахмачари. И сейчас нельзя найти ни одного примера, кто следует такому уровню, таким правилам и предписаниям, как Бхактивиньян Бхарати Госвами Махарадж. Нет ни единого случая за всю его долгую духовную жизнь, никаких, как сказать, проблем, никаких нарушений брахмачари и прочего. Он был настолько уникален. Он был очень чист. Я не хочу говорить о том, что Бхартимай Махарадж был Брахман Вайшнавом, это нехорошо. Я не должен говорить об этом. Поскольку Вайшнав значит Вайшнав. А Брахман Вайшнав или Шудра Вайшнав – это плохо. Это не наши сиддханты. Независимо от их касты или происхождения, все зависит от, от их баджана. Кива шудро кива наси випро канан. Кива шудро кива наси випро канан. Кива випро кива наси шудро канан. Кива наси шудро канан. В этой шлоке говорится, Джей Кришну сапто вета сей гуру. Что независимо от того, кто шудра и брахман или еще кто-то, тот, у кого есть Кришна Бхакти, он и есть гуру. И Бхарати Махарадж много раз говорил, что есть татва-вади, и татва-виды. Бхарати Махарадж много раз на Харикатхе говорил об этом. И я потом понял, почему Бхарати Махарадж говорил об этом. Вы можете найти татва-вади. Вади значит те, кто только говорят. Они могут запомнить всю татву и рассказать. И Бхарати Махарадж говорил, о, Махарадж, ты не можешь, нельзя найти татва-вида. Тот, кто знает истину, а не тот, кто о ней только говорит. Татва-вид значит самосознавший себя душа, кто сам следует всему. Это очень редко. И такой великой личностью был мой Шикша Гуру Шрила Бхактивиньян Бхарати Махарадж. Мне очень неудобно. Я не мог ожидать, что он так быстро уйдет. В Пури, за несколько лет назад он сказал мне, что я не уйду скоро. Он сказал мне буквально пару лет назад, что он не будет находиться дольше, но я не знаю, может, я совершил какую-то ошибку.
И почему он так быстро ушел из этого мира, оставив нас одних? Но мы никогда не одни, Гуру Вайшнава не с нами. Кришна сверхдуша, он пребывает в сердце каждого, но все же, так я могу сказать, что Бхарати Махарадж ушел, оставил нас. И от своего Гурудева он любые поручения, любое служение, которое он брал, он исполнял его совершенным образом. Мадхава Госвами Махарадж, он построил много матхов, основал много матхов. Если он был следующий после Шрилы Прабхупады, Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, только он смог основать столько матхов за короткое время. И Кешава Госвами Махарадж тоже проповедовал, но Мадхава Махарадж был быстрее в очень важных местах. Не в каких-то там деревьях, непонятно где, а в очень таких знаменитых местах. Он был очень могущественным. И Шрила Бхактивиданта Бхарати Махарадж был главный его севак, который организовал постройку этих матхов. Если сейчас вы позовете какого-то самого знаменитого инженера, он даже рядом не может стоять с Бхарати Махараджем, насколько разумен и умен Бхарати Махарадж. В Дехрадуне там места было мало. И Мадхава Госвами Махарадж думал, как построить храм. Места мало, даже там тяжело было, больше, немного больше даже сделать. И он спросил народа, что делать. И он сказал: Гурудев, давай посмотрим. И он спланировал все. Очень красиво, прекрасно, что снизу все. Он сделал так, двухэтажный храм, на первом этаже севаки, брахмачари и саньяси жили, а на крыше был храм, и вход был со стороны улицы, с двух сторон. То есть таким образом задействовали все место, что было там. И чтобы те, кто ходят в храм, то наверх, то они никак там не задевали тех, кто живет в храме. И в Калькутте, например, место очень маленькое, но Бхарати Махарадж там все спланировал и построил такой большой храм. И вот Бхактивиданта Бхарати Махарадж, когда он строил любой храм, он всегда думал, чтобы то, что, как лучше можно служить Гуру Вайшнавам. Бхарати Махарадж думал, что через 50 лет мой Гурудев состарится. Он видел все это и все предусмотрел. Он был уникален, нет никого, с кем бы можно было его сравнить. Любые проблемы, которые случались, он решал их очень с холодной головой, слушал все проблемы и давал какие-то советы, и это всегда помогало, давал решение любым проблемам. И мы очень удачливы. Не было у него желания пратишти. Много людей говорили какую-то ересь. А что люди говорят? Но я знаю, что если Бхарати Махарадж захотел бы стать великим ачарьем, для него было бы очень просто, но никогда не хотел стать ачарьей, никогда. И потом тысячи учеников были готовы принять посвящение Бхарати Махараджа, но Бхарати Махарадж никогда не хотел, но потом вынужден был принимать учеников, у него такая лила. Я не буду говорить ничего плохого об этом, или о том, что кто-то что-то говорит о нем, но я только говорю о славе Бхарати Махараджа. Если бы он хотел стать великим ачарьей,
то никто не мог бы сравниться с ним. И в то время много преданных, те, кто не знали, они говорили Мадхава Госвами Махараджа, что он твой сын. Он говорит, нет, мой ученик. И многие думали, что Бхакти Махараджа, он был настолько прекрасен. Если я покажу его фотографию в юном возрасте, можно восхититься его красотой. И все думали, что это сын Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. Он был очень похож на него. И мой Гурудев говорил снова и снова, о, мой сын, я был очень беден, но все же и сейчас я тоже беден, но в то время был очень беден, ничего не было, но Нарутам Брамачари и несколько Брамачари пришли, чтобы помочь мне. Мадхава Госвами Махарадж послал их, чтобы я открыл храм в Калне. Храм уже был открыт, значит, Гурудев взял его свою, так сказать, под свое управление. И вот царь Вардамана, он передал этот храм моему Гурудеву. Там ничего не было. И Гурудев, он хотел организовать большой праздник на Радхаштаме. А что делать? Ни денег, нет ничего. И Гуру Махарадж, я могу показать фотографию его, что он был очень смиренный, очень прекрасен, но ничего не было у него. Это Бхакти Махарадж решил помочь ему с организацией праздника, поскольку он верил, что если Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж организует этот праздник, то все будет успешно, есть деньги у него или нет, это не столь важно, поскольку Радхарани и Гуранга все они организуют. И вот они приехали и спрашивают, есть ли посуда, в которой готовите, а Пури Махарадж говорит, о, баба, ничего нет. Вот есть какой-то тот человек, живет неподалеку, у него все есть, вы можете пойти, сказать, что от меня, он меня очень уважает, и даст посуду. И вот он пошел и сказал, что я пошел к вам от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, нужна посуда нам, поскольку завтра праздник. Ну, хорошо, нужна посуда, берите. И вот они взяли эту посуду, все. А вообще не было потом. Следующая проблема. Вечером в 7 часов начало все приходить. Бхакти Махарадж удивился, как ничего не было, и тут все само приходит. Я спросил его, о, Махарадж, как это? Ничего нету, что делать завтра. И Пури Махарадж сказал, подожди, все придет. И Бхакти Махарадж говорил, если я что-то спрашивал, Шрилы Пури Махараджа уже вечером 10 часов, и ничего нет, а он говорил, что жди, все придет. И правда приходило. Бхакти Махарадж очень удивлялся, и так в 9 часов все овощи, рис дал, масло и прочее, все. Как это само пришло? А я был там главным поваром. Братья Мараши говорил, рассказывал, что он был поваром. И вот там готовил на этом, на Радхаштаме. От Бхартима Раджа я часто слышал такие истории. Но я никогда не видел в моей жизни такого большого праздника, как вот у Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Вроде ничего не было, но такая радость была, такое вдохновение мы чувствовали. Это сила Садгуру. Последнее время, когда Гурудев только лежал на постели, но мы чувствовали какую-то особую силу. Гурудев даже не двигался, просто лежал на постели, ему уже
97, 98, 99, 100 лет, 102 года уже было, но мы видели, какая-то особая сила является у нас. Он даровал нам эту силу. Хотя внешне выглядит, что он болеет, но он все делает через нас. Он был уникален. Я не могу объяснить, насколько уникален Бхарати Махарадж. Бхарати Махарадж говорил, я никогда не видел ничего подобного. По праздника, вот я слышал, что на Рутам Такуру он организовал, и вот этот праздник Шилы Пури Махараджи перед Прасадом Джайкара, он тоже говорил, что вот до сегодняшних дней я никогда не слышал такой длинный джайкара. Они знают, что Шрила Бхактипада Пури Госвами Махарадж очень беден, но все пришли, чтобы принять прасад на его празднике, поскольку это праздник организовал Шрила Бхактипада Пури Госвами Махарадж. И Бхарати Махарадж говорил, что я никогда в своей жизни не слышал такой долгой молитвы Махапрасада, очень долгая молитва была. И когда и как Сочетание Махапрабху организовал этот праздник, я не знаю. Но по милости Гурудева, я не знал, что, как это все случится, но Бхарати Махарадж, когда он спрашивал, то Пури Махарадж говорит, что жди, все само придет. Терпение Шрилы Бхакти Прамод, Бхакти Валабхи, Тирти Госвами Махараджа и Бхакти Виган Бхарати Махараджа, оно за пределами нашего понимания. В Кумбхамеле, во время Кумбхамела, это было такое правило под руководством Шрилы Прабхупады, Мадхава Госвами Махарадж, он проповедовал очень большим вдохновением. Он организовал палатку во время Кумбхамелы, преданные могли принимать прасад там, жить. И вдруг внезапно вот во время Кумбхамелы уже все там сделалось, все они организовали эту палатку, и вдруг Бхакти Вичар Джаджрава Госвами Махарадж, последний ученик Шрилы Прабхупады, он решил отправиться на Кумбхамелу. Он послал сообщение, и все остальные брамачари и саньяси, они были неудовлетворены, что пришел тут самый последний, куда его тут разместить, они очень разгневались. А Бхарати Махарадж, когда узнал, он сказал, что такое, великая личность приезжает, вы тут недовольны все. Шрила Джаджрава Госвами Махарадж приезжает, но очень удачливо, но сказал, что места нет, где его поселить. Но вы помолчите, пускай он живет в моей комнате, на моем месте, он моя гуру варга. И Бхарати Махарадж так спал снаружи, ему отдал свое место там, в этой палатке. Если буду дальше говорить, я могу бесконечно говорить о уникальной личности Бхарати Махараджа и его Сиддханта, он все время Он перевел Чайтанья Чаритамриту на хинди под руководством Бхарати Махараджа. Я видел, как он, кто-то переводил, но Бхарати Махарадж говорит, что нет, это не так, это не так. И очень, как сказать, точно, без ошибок, точно он перевел Чайтанья Чаритамриту. У Бхарати Махараджа была превосходнейшая память. То, что было 30-40 лет назад, кто-то, если
приходил к нему 40 лет назад, он мог сказать, что я вас видел вас сами вот 40 лет назад, и вот Бхарати Махараджа была такая великолепная память. И Бхарати Махарадж также говорил, что иногда вы обсуждаете сиддханту со мной, но Бхарати Махарадж много раз говорил, что вы думаете, что я изучил так много книг, но нет. Я только слушал Харикатху от Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Пури Махараджа и все наши гуру варги. Я всегда находился с ними, и я слушал, и я обрел такую силу. У меня нет ничего от меня самого, это все от моей гуру варги. Он был уникальным, его поведение было совершенно. И что говорить еще? И полностью Шрила Бхакти Виган Бхарати Махарадж, он был полностью утвержден в учении Шри Чайтанья Махапрабху. Это я могу сказать про него. Что еще? Бхутани Бхавьяни Джанаданасья Ванчакалпатарвасти Кипасинда Вимуша Патитанам Павана Павишна Вимуша Джай Шрила Бхакти Вигьян Бхакти Махарадж Ки Джай!